Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И, как всегда, в начале загадывайте желание или задавайте свой вопрос и получите ответ ангелов. Выкладываю секретную карту. Если не успели загадать, поставьте видео на паузу. Карту открою в конце предсказания. И теперь смотрим. Очень срочно готовьтесь к неожиданным переменам. Что за неожиданные перемены вас ждут? Девочки, перемены в том, из-за чего вы сейчас очень сильно переживаете. Что прям у вас, хочется сказать, прям ноет и болит. А в этом будут перемены. Перемены будут очень благоприятные. Это туз кубков. И туз кубков говорит о том, что да, скорее всего, каким-то неожиданным образом будут перемены однозначно в лучшую сторону. И будет у вас масса приятных чувств. Это может быть, кстати, поездка, очень вероятно, по этим картам. Так, женщина вам какая-то поможет, русая. Русый оттенок волос от светлого до темного с голубыми или зелеными глазами. Такая обаятельная, очаровательная, приветливая, улыбчивая. Вот такая женщина будет вам помогать. Так, ну, в общем, ситуация, возможно, ситуация, какая-то ситуация с поездкой. Еще одна женщина, которая вам будет помогать, вполне возможно, даже материально. Это женщина, у которой черные волосы, темные глаза, серьезная, практичная, деловая. Ну, и уже основываясь на большем, скажем, количестве карт, да, хочу сказать, что вполне возможно, что вам помогут устроиться на работу. Или, например, если конфликт какой-то, потому что я вижу переживания, если конфликт какой-то на работе, то эти две женщины помогут уладить конфликт и все-таки остаться вам на данном рабочем месте. А может быть и новое предложение вот от этой черненькой женщины, выгодное в финансовом плане. Я имею в виду предложение работы конкретно. Может быть по бизнесу, да, если как-то вот в бизнес просел, то есть просели продажи, то тоже вполне возможно, что эти две женщины помогут. Вот эта черненькая, скорее всего, с каким-то предложением. Может быть, предложение сотрудничества. Вот. И еще давайте посмотрим, что тут. Денежки лучше поэкономить, а еще лучше накопить, говорят карты. И это вполне возможно. То есть вот те денежки, которые, может быть, помощь какая-то вам придет, да, я говорила вот через эту женщину, возможно, какая-то помощь, не старайтесь их сразу потратить, старайтесь все-таки их немножечко сберечь. Вот, ну и да, в итоге, смотрите, решится важный для вас вопрос, особенно если он, вы пытались его решить, он не решался, то обязательно решится. Решится буквально в ближайшие 2 недели. Вот, то есть вот эти события где-то на 2 недели, но начнет все решаться уже буквально в ближайшие 1-2 дня. Вот. Так что все точно решится, все будет благоприятно, и вы будете довольны результатом. Так, ну и теперь я открываю секретную карту. Вспоминайте свой вопрос или желание и ответ. Время неподходящее, то есть ваше желание исполнится, и ответ на вопрос, что пока время неподходящее, видимо, нужно подождать. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И добавляйтесь на мой канал Telegram, где я провожу прямые трансляции. Ссылочка на канал есть внизу в описании к этому видео. А я желаю вам всего самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч!